Так, пока я делаю Никушке вот такие вот красивые камушки, расскажу вам один большой секрет. Вообще, я мечтала, чтобы в Киеве проходили соревнования, потому что я очень хочу сделать Никушке прическу именно в салоне. Но соревнования у нас сейчас 7 утра, поэтому мы никак не можем сделать причесочку в салоне. Как обычно, мы делаем небольшие стрелочки, потому что я не умею делать стрелочки, которые очень-очень огромные. Да? Я не профессионал, я же гимнастическая. Как могу, так и делаю. 2-1-0, вы на канале Мисс Николь, и сегодня у меня очередные соревнования. И мы едем в город Киев, нам ехать 20 минут, поэтому давай, собираем. Поэтому поехали! Все, что было за кадром, вы увидите на канале Жека Бро. Бэкстейдж соревнований. Начинаю, как всегда, с разогрева. Прыжки на скакалке, двойные и подряд. А теперь стопы. Шпагатики в минус – это понятно. Гимнастке не больно, гимнастке приятно. А тут я меняю получески, потому что в новых не могу крутить повороты. Пробую ковер и переодеваю новый купальник. Все, Николь, пошли. Ты готова? Да. Давай, мы все будем смотреть на тебя. Ну вот, вы увидели Николь в новом купальнике. Кстати, кому понравился купальник, с вас лайк. Растягиваю спину и выхожу на ковер. Thank you.
я очень расстроилась, что не все получилось идеально. Выступили, Николь считает, что она выступила не идеально. Никуш, я считаю, что ты выступила неплохо. Ты чуть-чуть сорвала затяжечку, да? Да. А сейчас мы едем что-нибудь перекусить. Потому что у нас еще аж 3,5 часа. 3,5 часа до награждения. Я надеюсь, что Никуш наградят все-таки. А, помнишь, как сказала одна тетя, да? Ты сказала, я плохо выступила. Она говорит, ты выступила хорошо. Нет, она сказала, это неправда. А, да, она сказала, это неправда. Вот так. То сейчас мы одеваемся, видите, потеплее. И пойдем кушать. Ну, вы поняли, где это смотреть. Так, мы на награждении. Николь, ты готова? Готова? Вот так вот мы сидим, сейчас будем строиться. Смотрите, какие малышки будут сейчас танцевать. Потом неплохо. Обнимочка. Ну что, ты приготовила такие красивые букеты для того, чтобы поблагодарить наших любимых тренеров. Все, бегите, Женя и Николь, бегите. Ты заняла первое место. Ты рада? Да, очень рада. Вот это ты ворвалась, да, в гимнастику? Кто не смотрел, кстати, нашу новую песню, новый клип, обязательно смотрите. Никушка, я тебя поздравляю. Мы едем дальше праздновать, да, зайка? Да. Ну все. Поехали? Поехали. А покажи свой букет, который Женька тебе приготовил. Тебе, кстати, это было сюрпризом, Николь? Ты не ожидала? Нет. Я, ну, конечно, часто вы, Женя, подходите ко мне на награждение, когда я стою на пятом, но никогда он не дарил мне, когда я стою на первом месте. Ну вот, видишь, он думал, что он будет тебя поощрять за то, что ты что-то там не так сделаешь, а ты заняла первое место. Я тебя поздравляю и едем дальше. Все, награждение закончено.